С 2014 года зрители следят за развитием сюжета драматического сериала «Чужестранка». Они уже смогли увидеть 6 сезонов и находятся в ожидании 7-го. А в январе 2023-го создатели порадовали новостью, что 8-й сезон «Чужестранки» уже находится в производстве. Сериал снят по мотивам произведений Дианы Гэблден. Сюжет вращается вокруг главной героини Клэр Рэндалл. Она бывшая военная медсестра. В 1945-м в городке Инвернес в Шотландии она попадает в странную временную петлю, переместившись в 1743 год. На протяжении всех сезонов зрители видят события прошлого и настоящего. Главную роль Клэр исполняет Катрина Болф. Джейми играет Сэм Хьюэн. Это самые высокооплачиваемые актеры сериала. Их гонорар составляет 100 тысяч долларов. Также в сериале снимаются Софи Скелтон, Ричард Ранкин, Джон Белл и другие. Премьера новых эпизодов, а точнее 8-го сезона сериала «Чужестранка» состоится не ранее 2024 года. Точная дата выхода станет известна позднее. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.